Канаде проходит месяц истории ислама. В эти дни проводятся фестивали, лекции и ярмарки. С удовольствием посещают их не только мусульмане, но и канадцы других вероисповеданий. На одном из таких мероприятий, фестивале чая, побывал наш собственный корреспондент в Канаде Тайр Тищева. Чай на Востоке – это больше, чем напиток. Это традиция, церемония, ритуал. Чай любят пить и в Канаде, поэтому на фестивале чая, как всегда, не было свободных мест. Мигранты из стран Востока, Европы, Южной Америки – все они пришли на дегустацию сортов древнейшего напитка. Однако за чаепитием говорили больше о проблемах в канадском обществе, делились мнениями о недавних трагических событиях в столице. Мы постарались представить здесь разные культуры. Исламский мир и страны Востока. Участвуют 18 стран. Индия, Пакистан, Бангладеш, Нигерия, Сомали, Ливан, Марокко, Эфиопия, Тунис, Япония и Китай. Все они предложат вам чай и национальные сладости. Позади меня столы для дискуссий. Вы можете сесть и задать любые вопросы друг другу. Сегодняшний фестиваль – это прежде всего возможность поговорить за чаем. Неудивительно, что больше всего вопросов задавали сирийцам. Их стол стал самым популярным на чайном фесте. Мы хотим показать другой светлый облик Сирии. Вы должны знать, что наши ценности – это любовь, свобода и мир, говорят представители общества сирийцев Канады. Мы осуждаем происходящее в Ираке и Сирии. Мы осуждаем действия экстремистов в Оттаве. Эти люди не представляют истинный ислам. Они исказили наши ценности и убеждения. Мы хотим жить в мире, в Сирии или в Канаде. Шахзад Мусадик имеет индийские корни, родился в Канаде. Активист Канадской ассоциации мусульман своим долгом считает распространять идею мультикультурализма и говорить о роли мусульман в канадском обществе. Мы все канадцы и хотим жить в мирном канадском обществе. Работают социальные сервисы, чтобы предотвратить любые проявления экстремизма. Также мы издали книгу об антитерроре. Мы постарались рассказать об основных чертах радикализма, о том, как не дать развиться экстремизму. Мы не хотим, чтобы терроризм вновь появился в Канаде. Мусульмане Канады – это более 1 миллиона человек. По данным статистического агентства, это самое быстрорастущее сообщество в Канаде. Здесь они соседствуют сотнями представителей других культур. Но сегодня объединяют их желание жить в мирной стране и любовь к восточному чаю. Тайр Тищева, Игорь Ильин, Канада.